Дерево сад – это новинка отечественной селекции и настоящая находка для небольших участков, так как с одного дерева вы можете получать плоды разного срока созревания, различные по вкусу, различные по цвету и размеру. Не потребуется дополнительная посада деревьев-опылителей, так как являются опылителями друг друга. Яблони-юбиляр. Основные характеристики. Тип роста – среднерослый. Зимостойкость – высокая. Назначение – универсальное. Авторы – Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. Авторы – Е. Н. Седов, З. М. Серова, В. В. Жданов, Г. А. Седышева. Сроки созревания – позднелетние. Размер плода – средний. Вкус – кисло-сладкий. Урожайность – 182 цг, от 150 до 200 кг с дерева. Окраска – основная, зеленовато-желтая. Покровная – занимает меньшую часть плода в виде штрихов и крапин малинового цвета. Вес плода – Г – 130. Периодичность плодоношения – ежегодная. Начало плодоношения сорта – на 3-4 год. Яблони красная ранняя. Основные характеристики. Тип роста – среднерослый. Зимостойкость – средняя. Назначение – в свежем виде. Авторы – Г. А. Лобанов, З. И. Иванова, В. К. Заяц, Вниз, М. И. В. Мичурина. Сроки созревания – раннелетние. Размер плода – ниже среднего. Вкус – кисло-сладкий, десертный. Урожайность – в возрасте 7 лет урожай до 27 кг. Окраска – основная, светло-желтая, покровная, ярко-красная, с разбро, с анными по всей кожице, белыми, продолговатыми пятнами. Аромат – легкий. Вес плода – Г, средний – 90, максимальный – 120. Периодичность плодоношения – ежегодная. Яблони мелба. Основные характеристики. Тип роста – среднерослый. Зимостойкость – низкая. Назначение – универсальное. Авторы – Центральная опытная станция в Оттаве, Канада. Сроки созревания – позднелетний. Размер плода – средний или выше среднего. Вкус – кисло-сладкий. Урожайность – средний урожай – 93 центнера с гектара. Окраска – основная окраска светло-зеленая, покровная, в виде интенсивного красного полосатого румянца, занимающего около половины поверхности плода. Аромат – сильный конфетный. Вес плода – Г – 120-150. Периодичность плодоношения – склонность к периодичному плодоношению. Дерево сад – 3/4 летка. Яблони – 3 сорта, юбиляр, красная ранняя мелба – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, садов. Яблони – прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола дерева сад – 3/4 летка. Яблони – 3 сорта юбиляр, красная ранняя мелба – можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания яблони прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает дерево сад – 3/4 летка. Яблони – 3 сорта, юбиляр, красная, ранняя мелба – в месяц май. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно-овальный. Форма у плода округлая. Вкус кисло-сладкий, мякоть твердая. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад – 3/4 летка. Яблони – 3 сорта, юбиляр, красная, ранняя мелба. Самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев. Луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.